Друзья, приветствую на канале CryptoRelaxx. Сегодня мы разберем новую порцию активностей от Linea. Надеемся, что это финальная активность перед дропом и очередная возможность нафармить еще немного LXP. На днях вышла очередная кампания с квестами от Linea. Это кампания, ориентированная на юзеров и NFT-художников. В рамках этой активности юзеры могут выпускать NFT и голосовать за понравившийся. Квесты будут проходить на площадке Layer 3. Кампания будет длиться 5 недель и продлится до 3 августа. Каждый минт будет давать нам LXP, а количество наших ранее нафармленных поинтов будет влиять на Voting Power. Голосование стартует по воскресеньям и длится 4 дня. Финальное голосование проходит на 5 неделе. Для голосования нужно иметь пройденную проверку на человечность. Кстати, по прохождению Proof of Human есть некоторые изменения. Ранее мы могли пройти его с помощью траста, но сейчас такой возможности уже нет. Во второй группе верификацию можно пройти довольно просто и дешево, вот на этих двух сайтах. А вот с первой группой все не так просто. Мне удалось пройти благодаря верификации на OKEX. Но вот с новыми мультами будет гораздо сложнее. Итак, возвращаемся к самой компании. Нам нужно минтить NFT каждый день, ориентировочно с 16:00. Все квесты будут длиться всего сутки, поэтому постарайтесь выполнить их как можно быстрее. Обещают, что каждый минт будет бесплатный. Платить нужно будет только за газ, но в некоторых квестах мы уже видели небольшую плату, так что обращайте внимание на транзакции, когда подтверждаете их. Для начала нам нужно сделать ознакомительные квесты. Они довольно простые, дают всего по 2 поинта. А вот за минт дают уже по 20-30 LXP. Далее выполняем остальные квесты. Во всех квестах всегда есть подробное описание, так что открываем, изучаем, минтим NFT и получаем за это LXP. Всего за эту кампанию можно заработать около 500 LXP. Перед началом прохождения обязательно убедитесь, что ваш основной адрес на Layer 3 совпадает с вашим адресом прохождения Proof of Human. Только пользователи с пройденной проверкой на человечность смогут получить LXP по итогам кампании. С подробностями также можно ознакомиться в статье от Linea и также в статье от Layer 3. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк под этим видео, делитесь в комментариях, сколько LXP уже получили за предыдущие кампании. Не забудьте подписаться на наш канал здесь в YouTube и в телеграм-канал CryptoRelaxx.